парни, да. Тянь-тянь-тянь-тянь. Ну блин, так неинтересно, когда перс не упарывается в стекло, мы не проходим. Перс? Перс, окей, да. Я же говорю, когда он не упарывается в стекло, мы не проходим. Пчел, пчел, как так-то? Все потому, что Сав не впилился в стекло. Да, не говори. Жалко, его нельзя направлять. Знаешь, почему? Почему-то я чувствовал, что мы не просрём вот именно на этом моменте. Все, у тебя опять. А, пока поищу эти коробочки. Я ищу этого мудака. Здесь пока нет. Одна? Так, дверь на той стороне, да. Хорошо. Нашел вторую, да? Да. Я нашел менеджера. Убивай. Сейчас я займусь этим. Это там что-то сверху снизу палит. Я просто так считаю, в слоу-мо все упаковал. В слоу-мо убил, в слоу-мо упаковал. Он идет сюда же вроде, да? Нет. Нет. Отлично, пошел. Ну пока коробки отключать. Так я вот этим и занимаюсь. Ай, он сюда идет. А где вторая эта коробка? Я могу здесь камеру вот, отрубить, там, если хотите. Гард, вот, со стенкой. Ребят, слышите, отрубить мне здесь камеру, как считаете? Нет, не надо, пух. Мне это без разницы, я могу как бы отрубить, могу нет. Не надо отрубать. Мне нужно выйти аккуратно. Уже здесь гард стоит. А, пчели, я боюсь отдавать мешок. Да господи, там-то оставь. Там палит. По-моему, нет. Палит. Вот тут еще одна коробка. Единственное, где он не палит, это вот здесь. Просто кинул на центр прямо вот просто одну в толпу. Не палит. Это просто мясо. Все, отрубай конца. Да? Может, я подожду, пока оттуда гвард уйдет, не? Да, не, интересно. Не, не надо, забей, да? Слишком просто. Где он стоит? Справа, лево? Справа. Значит, компы слева. Никогда так не делайте. Вы просто никогда так не делайте. Поучительная история. Ты дезертир, да? Не надо играть в Payday? Как не надо играть. Maybe steady go. В идеале мы должны взломать компы за 4 минуты, когда у нас будет дофига времени. 3-4 минуты, желательно 3, все-таки. Christ. Я не могу взломать. Почему? Ну, хотя ладно. Я тоже на это надеюсь. Да. Переложу пока пакетик получше. Не, подожди. Ладно, погнусь. Что сидит там? Как бы все нормально пока. Идет. В принципе, я могу пробежать как бы хом. Да, не надо. Как обычно, как я в тот раз сделал. Что
Короче, бегать тут на самом деле не так уж сложно. Как бы у них все такой же замедленный. Рефлекс. Ага. Ну что, вспомни, как я бегал на казино. Ну ты сравнил, газел тогда багованное было, так теперь знаешь что? Да оно и сейчас такое же примерно. Во-во. Там просто перед ним проходишь, и он все равно. Так и здесь примерно то же самое. До сих пор можно проходить сквозь охранников, как бы. Бывает. А в ней все еще ствол, а в ней все еще ствол. Блин, как он жестко прям в ней вот стоит. Каратэка. Давай, открывай уже. Ты. Берем валькирию, ну, чтобы точно убить всех. Прямо все. Давай, Дэс. Да. Как он улетел просто в стену. Пиздежка. Уходи ты, блядь. А я ищу свой кейкард. А у меня нет. Я нашел кейкард. Там обе. Обе. Убиваем тех товарищей? Да, убивайте. Только аккуратно. Я пробую пока хранилище активировать. Плюс один. Все, я хранилище открыл. Раз. Все нормально, он ушел в ту сторону. Дурак. А, иди в хранилище, таскай деньги пока. Так, труп убиваем. Убирай, да. Зачем? Убирай, нет, а с центра лучше убрать на всякий случай. Окей. А то есть вот эти два товарища у листа тебя не смущают, да? Не, нормально. А, ну ладно. А нет, два, такая. Три. Бегом таскать деньги. Главное трупы не закинуть в эту вентиляцию. Почему? Можно. Мясо. Да плод. Семь. Так, главное сейчас не выбежать, как тогда. Дружно на камеру. Или поставить джему под камеру, побежать тогда. Не, там все легко. У нас один ответ есть еще. В этот раз. Ты в тот раз тоже был. Ну, камера. Камеры такие, камеры, да? Угу. Им все равно твои ответы. Все равно почему-то мы таскаем на одну сумку больше. Кто вот рассчитал? Больше затаскать. Да ладно, уж побежали. Че, я убегаю, да? Угу. Вот ровно на него, да? Да-да, как раз хорошо идет, ровно. Мне тоже нравится. Или на камеру тоже вариант. Ну, прям к нам идет. Че, шикарно. Да ладно, волк, да. Да. Сейчас завернет. Чисто посмотреть, а что это тут постарится? Щит у нас тут открыто, да? Вентиляция. Эй, флаг тупой. Я об флаг споткнулся. Флаг такой флаг. Пацаны, серьезно, нам бы камеру бы. Давайте, все, выбери. Если сейчас пчелы не запалятся. Я тут, например, за вот этого охранника. Я тут вообще сижу в этой коморке. Я в ПД играю, отстой. Тут ком хороший, как мой как раз. Не нравится расположение клавиатуры. А почему нет? Почему нет, действительно? Почему нет? Ну, петух, ну все не то. Женщина, ты наконец-то до нас дошла. Открывай, твою мать, гард идет. Я вижу. Валим вовремя, все. Там еще один. Гайс, у нас проблема. И сейчас они встанут возле этой двери. Как по-любому, так и будет. Да нет, этот пройдет, а та встанет. Ну, проблема в том, что надо до нее дойти. Так. Через стенку? Окей. Типа, ты что здесь стоишь, женщина? Иди на свое место. Да ладно, прям тут встал. Давай, 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 женщина, давай. Ачивка, женщина. Женщина, ачивка. 9 минут еще, ну ладно. У нас еще 8 минут, господи, мы успеем сейчас. Женщина, ачивка. В смысле у нас 8 минут? Нам еще таскать, в принципе. Ну ладно. Так, здесь фигарим всех просто. Фигарьте. А здесь нету камер? Нет. Окей. Это просто менты. Все, изи-гизи. Че, гайс? Походу с ачивочкой, да? Походу. Замучили, блять. С двумя чувачками.
Да еще и на запись. Ну, подожди, ДВ. Это хрень. Но мы же не в оригинальных масках. А. Ну, Вульф сойдет за оригинальную. У меня тиара оригинальная. Честно, свистнутая. Почему нет? Нормально. Изи. Ну да, супер изи. А, еще один квадратик. Изи. Изи, изи. Где мои ачивки? Окей, теперь осталось, guys, Overdrill. Hidden Hostages и... Фак, мне не засчитали ачивки. Кстати, вопрос. Hidden Hostages, как нужно проходить? Да фиг знает. Еще ладно, всем спасибо за просмотр, пока, удачи. Все, можно спать идти. На сегодня миссия выполнена, да? Да, остальное завтра. Да, по большому-то счету, чё? Чё, кому дрель? Давайте, дрель с детвишем, нет? Никому? Сука! Малыш, носорог зеленый, черный, дети! 100 000! Это за убийство, наверное, Цивила. Да, это, ну, возврат такой. Да, да. Их семья отказалась от компенсации. Нормально. Поехали. Подожди. Копье. Чуть-чуть бешеный. Чуть-чуть. Самая малость. Вы запороли ачивку. Я говорил, давай уйдем 6. Понимаешь? 6. Этот опять стекло. Тут гвард. Никто ничего не видел. Ой, Сорянова. Ну что, проходим, обезрил, да? Тут можно как бы на нас гвард идет. Сюрприз! Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Гвард идет, чувак. Вы не хотите мне помочь? Нет. Закрой жалюзи, закрой, все отлично, хорошо. Сюда идем. А, пока пойду, возьму. Гвард идет сюда. Он что-то западал? Ты не видишь меня, ты не видишь меня, ты не видишь меня, не видишь меня. Мастер стейлс от сейфа. Он все еще стоит. Мне кажется, в чем он тебя видит. Он там вроде охранник собирал. Да, я видел. Я поэтому как раз и увожу вот этого придурка. Потому что охранник может его единственного запалить. Ёпту. Так, чтоб ну, ты... Я ж говорю... Я даже выстрелить не успел. Да подожди, нужно было его сжечь. Закидайте рекенами. Ты дебила просто. Умри, туп. Твою мать. Слышь, Сав, это не работает, это уже не специально. Я же говорил, Сав, что он спалится. Это был самый тупой стелс. Нет, Алиса хуже. Не напоминай меня, Леса, я даже вставлю эту фотографию.